Всем привет! Сегодня у меня очередной обзор покупочки. Заказала я небольшую посылочку в своем любимом магазинчике West Ribbons. Как и все рукодельницы, я начала подготовку к школе. Как всегда, в посылочке накладная, что очень хорошо, можно проверить количество и цена. Заказала я фатин. Для бантиков пышных. Чем мне нравится, что всегда все очень красиво и аккуратно упаковано. Не мнется, лента не загибается. И все везде аккуратненько. Заказала я риелин. Обычный перламутровый белый для бантиков. Сейчас я выложу все и вам буду потихонечку показывать, а то так неудобно. Вот такой же самый, но гофрированный. Будет красиво дополнять наши бантики. Так, буду по порядочку выкладывать вот такие бесшовные резиночки. Очень хорошего качества. Я сейчас начала все бантики использовать с такими резиночками, так как они хорошо тянутся и при носке не сильно растягиваются. Клей заказала. Клей у них очень хорошего качества. Хорошо держит изделие и в пистолете не сильно течет. Также заказала я в рулончиках ленточка органза. Линеечку, чтобы вам показать размеры. 4 сантиметра белая органза, очень хорошего качества. Сейчас я вам покажу. Вот такую ленточку. Органза с атласа. Вот такая красивая ленточка. Ширина ее, забыла вам показать, 1 сантиметр. Также рулончиками я заказала еще ленточки белые 5 сантиметров, 2,5 сантиметра, а также ленточки с люрексом золотистым, серебристым. Эта ленточка посередине 0,6 сантиметров, а это 1 сантиметр. Так, дальше. Вот такую красоту я еще заказала. Вот такая красивая
стразовая цепочка. Сейчас попробую вот такую красоту. Я взяла, чтобы украшать серединки наших бантиков. Цепочка у них очень хорошего качества. Всегда заказываю. И камешки не отпадают при носке. Заказала повязочки. Сейчас еще пока лето. Для малышек очень хорошо берут повязочки. Семь сантиметров ширина такой повязочки. Заказала еще обручи сверху в атласной ленточке. Вот такие наборчики фетровых кружочков. 4 сантиметра диаметр. Уже, честно говоря, привыкла к ним, просто уже как без рук, без них. Вот такие серединочки. Это, конечно, не к школьным бантикам, но украшать еще красивые бантики. Продолжим разбирать красоту. Заказала вот, смотрите, такие красивые цветочки маленькие. Сейчас я вам открою один пакетик. Они совсем малюсенькие. Все это для украшения. Они будут прекрасно дополнять наши бантики. Таких я заказала 3 пакетика. Диаметр такого цветочка 0,7 сантиметров. Совсем малюсенькие. Так, вот такую красоту я еще заказала. Смотрите. 4 цвета. Красное, белое, перламутровое, золотистое. И заказывала синий, но она больше похожа как фиолетовый. Сейчас я вам покажу. Красненькие такие. Очень красивые. Вот такие же самые заказала, но чуть больше диаметром. Эти у нас 1 сантиметр. И чуть побольше. 1,2 сантиметра.
Вот такие ситечки. Первый раз заказала. Хочу попробовать сделать красивые серединочки. Такие я заказывала уже. Не очень красиво смотрится в бантиках. Я заказывала беленькие, перламутровые, прозрачные. А это красные. Не очень красиво переливаются. Со стразовой цепочкой будет очень красиво смотреться в бантиках. Также для серединочек вот такие ромашечки в серебристом и золотистом цвете. Так, заказала еще серебристый шнур. Давно уже им не пользовалась. Решила попробовать еще раз. Также шпильки. И заколочки и уточки я в двух размерах взяла. Семь с половиной и 5,5 сантиметров. Теперь приступим вот к такой красоте. Заказала очень много ленточек в горошек, так как давно уже хотела снять мастер-класс с такими ленточками, но все как-то не решалось. Заказала много кружева белое. Вот с таким рисуночком. Не помню, как называется такое кружево. Очень нравится мне работать с ним. И вот такое кружево дорожка. Тоже очень красиво смотрится в изделиях. Также заказала вот такое ярко-розовое кружево. Такими завитушечками, как и белое, красное, очень яркое такое насыщенное, и голубое. Так, теперь все-таки перейдем к гороху. Вот такие ленточки. 4 сантиметра. Черный, белый горох, белый, черный горох, синяя и красная. 4 сантиметра. Ага, вот вижу еще одна такая красивая сиреневая ленточка. И 2,5 тоже. И вот такая интересная. Такую я еще никогда не заказывала. Попробуем сделать веселенький бантик. Ленточка Handmade у меня уже заканчивается как раз. Я очень люблю ей украшать свои бантики. Также, как я вам показывала, 1 сантиметр ленточка органза.
Это 2 сантиметра, по-моему, ленточка. 2,5. Очень красивая, нарядная такая лента. Закончилась у меня красная ленточка, заказала ее на Маке. Вот такая темно-синяя, черная лента. И теперь лента с люрексом. Розовенькая, очень нежная, золотистым люрексом. Очень люблю такую ленточку. С такой лентой бантики получаются очень красивые. Богато смотрятся даже. Можно даже со всеми не украшать такие бантики. Они очень красивые. Вот такая белая, ну, с серебристой ниточкой. А это золотистой ниточкой. И осталась вот такая ленточка у меня. Тоже органза, но край кружевной. Вот она так очень красиво переливается. Очень красивая лента. Мне очень понравилось. Буду заказывать ее еще раз. Вот и вся моя посылочка. Я покупкой очень довольна. Начну теперь новые снимать мастер-классы. Если вам понравилась моя покупочка, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока!